Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде словили там себе парочку новых покемонов. Не помню уже кого. Вот этого, Абру, да. И Манчлакса. Так, давайте сейчас поставим в компьютер Шарпедо. Возьмем на прокачку вот. Да. Сквиртла. И Генгара поставим в компьютер. Точнее, Хантера. Уже можно его будет прокачивать. Возьмем мы сейчас Манчлакса. Будем мы ним драться. Сколько там у тебя? Ладно. Идем мы качаться ним. Давайте попробуем. Кинем мы его на Марипа. Пытаемся убить ним его. Так. Нет. Ладно, потом как-то разберемся. Сначала, ребята. Давайте мы пока что его поставим. Возьмем вот этого на прокачку. И да, давайте пойдем и расставим все в сундуки, что там нужно. Вот так. Тут у нас вот это можно поставить. Тут у нас поставим вот это. И тут вот это. А, тут еще вот так. Тут вот так, вот так. В принципе, все. Вот так. Так, что бы еще можно сделать? Сейчас идем мы прокачивать нашего Сквиртла. Уже темно, хотя я знаю, можно типа спать или... Вот так. Нет, короче, давайте... Хотя, чё, короче, давайте сделаем себе... Вот, вот сейчас идем поспим. И сейчас идем ловить покемонов. Или прокачивать, да. Пойдем мы куда-то вот сюда. Даже в горы, наверное, пойдем. Или полетим. Так, Черезад. Во, покемон босс. Где он? Под землей, да? Где-то вот тут. Копаем. Ну. Ух ты. Вот он, вот он. Мьюту. Достаточно такой сильный покемон. Ни хрена себе. Ты, может, попадешь по нему, Мьюту?
Так, сколько уровней? Ух, спавнеры там. Там у нас еще один покемон босс. Где он? Где он? Где он? Вот он. Желтый, самый большой. А, ну да, я что-то это опять не продумал. Ну хотя я думаю... Твою мать. Зачем я это сказал? Я не думаю, что мы его убьем. Ну да. Ух, твою ж мать. Да. Да, я его убью 16 уровнем, да? Пытаемся свалить. Отлично, свалили. Давайте Poke Heal. Это то же самое, но... Так, сейчас мы тебя тут убьем. Конечно, это самый большой уровень покемон. Ну, как бы, босс, да? Вот, отлично. Так, опять куча уровней. Еще один алмазный меч. Алмазный молоток. О, Исквиртл эволюционирует, отлично. Давай, Вартортл. Ну? Отлично. Да есть уже байт, чё ты? Там у нас покемон босс. Побежим мы вот туда быстренько. Если успеем. Вот он там. Бежим. Твою мать, да ты что издеваешься? Вот так пропал, нужно было телепорт использовать. Поэтому вот тут давайте используем. Кто это там? Райдон. Здоровяк. Так, отлично. Так, тут у нас какие-то есть покемоны, даже куча каких-то покемонов, хотя... Нет, не бежим мы туда. Кого бы нам словить? Хрен его знает. Ладно, идем мы домой, вылечим нашего Мьюту. Сейчас так, вылечим. Просто тогда был покемон босс, и если бы я тпхнулся, то... Ну? Отлично. Опять куча вещей в инвентаре. Так, давайте пойдем мы на вот тот остров. Вот сюда. Тут мы и качаемся. Давайте пока что вот так. Быстренько. Еще раз. Нет, этот в бою. Еще аж вот. Ой, что там? Так. Ну, он у нас же есть, поэтому не будем мы его ловить. Ну, что ты там на меня использовал? Вот.
вот. Нет, он в бою, да? Или что там? Чимчар вот там. Так, иди-ка ты вот сюда. Ты иди сюда. Сейчас мы прокачаемся. Ты как 29 уровень. Во, это отлично. Так. О, Мьюту уже 27 уровень. Отлично. Вот, прокачались. Так, тут у нас есть еще 25 уровень. Эм, что-то приключило. Сейчас мы уровней набьем себе. Так, вы какие тут уровни? 19-й нет. 34-й. О, 41-й. Ты какой? 24-й. Пойдет. А, я думал, больше будет покемонов. Так, Кумонайт у нас уже 30-й уровень. Еще вроде 10 уровней, да? Вот тут так качаться, и вот эти спавнятся, и другие, пока бегаешь остров одному концу, на другому уже заспавнятся. И это офигенно. И большие уровни, в принципе, вот, 50-е уровни. Так, чё там? Да, в принципе, такие тоже нормально. Вот, 29-й, ну, пойдет. Так, типа увеличить Мьюту уже. Нет, на тебя нет. Вот, на тебя можно. Нет, ну хотя давайте пофиг. Итак, нужно идти лечить Мьюту. Вот, ну уже куча уровней. Так, это что такое? Двигбл. Еще один вот. О, 37 уровень. Так, мы что его... А, нет, словили еще Сквиртл. 37 уровень, 37 уровень. Ну, давайте еще раз покихильнимся. Лапрос. Так. Голдак. И кого бы еще можно убить? Свели мы еще одного покемона. Так, Мьюту 87 уровень. Уже Омонайт 32, Вартортл 30, Драгонейр 20, нет, мы его словили или нет? Да, словили. Драгонайт 42 уровень. Ну, Сквиртл уже почти. Омонайт, я думаю, тоже уже почти. Ну, давайте идем мы домой. Идем мы домой, там покемон босс, поэтому давайте еще, может, туда, если успеем. Так, успели. Да иди ты с... Вот. Так. Ну,
Вот, отлично. 5 куча уровней. Так, кто там у нас маткип стоит, но... Что-то я его так и не видел. Ладно, ребята, давайте идем все-таки опять уже домой. И давайте еще идем, наверное, поспим. Или нет, 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 нет. Вылечим покемонов. Так, вылечили. Отлично. В принципе, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.